Всем привет, друзья! Фэмили на связи, Аспи тут. Краткая история, почему вчера не было стрима. Вчера, наконец-таки, повезло. Нашелся покупатель на мой любимый, обожаемый Xbox. Как бы я не хотел его продавать, но нужно было продать. Мы поехали к 6 вечера покупать второй ноутбук, потому что это наш план был, чтобы у нас обоих был ноутбук. Все бы хорошо, мы нашли хороший довольно-таки ноутбук, получше даже, чем тот, который у нас первый. Там даже ему скидку сделали, хоть он с витрины. Начали продавцы при нас его проверять, он полностью на английском. Они там что-то супер какие-то гениальные махинации с тем, чтобы его русифицировать. Русифицировали, да не вырусифицировали. В общем, получилось так, что все на русском, кроме параметров. Они такие, блин, это надо Windows носить, а винда 15 тысяч стоит. Вот так. В общем, что-то ныли-ныли, я говорю, хорошо, давайте. Пофигу, что-нибудь решим. Сегодня, естественно, напишу им туда на сайт, куда угодно. Пусть решает такую проблему, оно мне надо, оно мне не надо. Я просто хотел быстрее все включить и начать стрим вести, без вот этого нытья. Вот. Приходим мы домой, запускаем, проверили, вроде все хорошо. И Fortnite как начал скачиваться. 8000 миллионов лет он скачивался, реально. Он вчера часов, наверное, до 12 качался. Хотя больше вообще ничего не было включено, ничего никто не смотрел. Просто Fortnite такой, ладно, я торопиться не буду. Вот. Поэтому вчера скачался Fortnite. Я в него зашел, проверил, что все работает. И спокойненько мы легли спать. Будет ли эфир сегодня, я не знаю, или завтра, если что, сообщу также. Смотрите, короче, следите за новостями. Всем пока.